Очень обидно было сегодня упускать эту победу, потому что в первом тайме имели и территориальное преимущество, и очень много моментов у нас было. Вот, если бы забили 1-2, я думаю, игра бы сложилась гораздо легче. А так забили, чуть откатились по счету. Один стандарт, второй, и в итоге нам забили гол. Попытались в конце все-таки выиграть эту игру, но не получилось, хотя мы очень этого хотели, все очень расстроились. Было много моментов, в первом тайме в том числе. Что не получилось? Не получилось буквально банально подставить ногу в пустые ворота. Сколько раз там мяч катался по линии ворот и вратарской. Ну, где-то не добежали, видимо, вот и все. Но Брест показалось, что они активизировались. Почувствовал? Я почувствовал, что они активизировались, когда пропустили, а когда забили они, наоборот, они как-то уже тоже не хотели терять это очень важное очко для них, потому что у нас свои задачи, у них свои, и я уверен, что это очко им поможет в дальнейшем сохранить прописку высшей лиги.